Итак, 30 декабря. Предпоследний день этого года. Так. Мама! Мама! Сейчас я на стол положу. Давай, давай. Так, читаю. Окунитесь в новогоднюю атмосферу, сядьте у елки и начните придумывать историю волшебную. Один открывает часть, второй продолжает, потом опять первый и так по очереди. Мэри Крисмас. Огонь, дай сюда. Дай посмотрю. Дай я посмотрю. Давай, я поснимаю, какая красивая история. Да, вот это убери, я посмотрю. А вот это можно я посмотрю? О, как красиво, класс. Они же одинаковые, Лилуш. Они так одинаковые. Да. Ну, кушайте, кушайте. Все. Goodbye. Нет, покушайте, потом гудбай. Давай. Вкусно? Да. Какие вкусные конфетки. Ой, это лицо. Всем удачи. Всем пока-пока. Гудбай. Всем пока. А завтра Новый год. Ночью Новый год. Ну все, пока. Все, пока. Лейла занята, Лейла кушает. Комнате, и же чтобы не было
хорошо на улицу, а на улице была зима, декабрь. Она вышла на улицу и сделала все, что было в книжке. В общем, продолжай. В общем, она сказала все эти слова, то, что нужно было. Ничего не произошло. Она посмеялась и сказала: я же так и знала, что ничего не произойдет. И пошла спокойно домой спать. Но, проснувшись утром, она думала, что проспала школу. Посмотрела на часы, часы стояли. Посмотрела на улицу, а там все белое. Все в снегу, морозы, и вместо домов ее знакомых стояли ледяные замки. Девочка сильно удивилась и, испугавшись, спустилась вниз к родителям. Родители, к сожалению, я увидела маленькую. Уехали в командировку, а мы немного одна. Девочка собралась и сказала: ладно, я дисциплинированная, культурная, не готовлюсь. Как-то поживу, не запилите. И говорит, приезжают маленькие. Говорит, ты кто такой? И испугалась. Я сказала: как тебя зовут? Спросила. Эх, вот, к сожалению, вот этого-то я не знаю. На край сегодня мне должны были дать мое имя. Но каким-то образом я проснулся здесь, в каком-то ледяном царстве. Девочка думала, что над ней хотят пошутить ее родные и решила им подыграть. Сказала, что она обязательно поможет придумать ему имя. И сказала: а где мы находимся? Спросила. Как это где? Мы находимся в твоем городе, где ты живешь. Просто он тебе превратился в ледяное царство. Да, только уже дело к концу, пожалуйста. Эльф сказал, что из-за того, что нам рассказывали такое, как-то раз 233 года назад такое тоже случалось. Мальчику в руки попала книга, в которой было написано, как установить вечную зиму и прочие вещи. И он не верил в это, поэтому решил это проверить. Проснулся и увидел, что везде снег. И там оказалось почти все население эльфов. Поэтому эльфы всегда боялись, что кому-то будут ставить зиму. Поэтому они пытались уберечь это все. Но все-таки книга каким-то образом попала в руки тебе. Поэтому в свое время я не знаю, что делать. Но как остановить эту зиму? Спросила девочка. Продолжай. Эльф сказал, что нужно помочь Деду Морозу. Разобраться со списком послушных и непослушных деток. И эти детки были с ее класса. Она очень удивилась, увидев их имена, потому что она знала, что они непослушные. А те, которые послушные, были наоборот, в другом списке. Она об этом рассказала Деду Морозу. На что Дед Мороз улыбнулся и сказал: конечно, я знаю, я тебя проверял.
сказал, что нужно еще сделать одно дело. Очень важно. Нужно помочь тому человеку, который застрял здесь на очень много лет. Тому, кто сделал это. Тому, кто открыл этот портал. Тому, кто даже не понял. Но кто же это? Не говори загадками. Инка. Инка? Ты наконец-то придумала мне имя? Да. Спасибо. Нам нужно прийти к человеку, мальчику, о котором я тебе рассказываю. Отлично, где же нам теперь его искать? Он показал пальцем на огромные ледяные замки. Да, хоть и все дома превратили в ледяные замки, но этот замок был особенно красив. Он был намного больше, намного выше. Размером с 18-этажным домом. Девочка очень удивилась, что вот такой большой замок, красивый, она спросила, кто же там живет. На что Эльфи сказал, войди и увидишь сама. Девочка зашла, все было очень красиво внутри. И вдруг она увидела большой ледяной трон. И на этом троне сидела сердце у нее кольнуло, она поняла, что она ее знает, но не могла вспомнить, откуда же она ее знает. И когда она подошла к ней ближе, она увидела свою бабушку, которую я видела уже очень-очень давно. Это была мамина мама. Она ее увидела и спросила, бабушка, это ты? Когда эта женщина повернула голову, я увидела девочку. Раскололся на несколько частей, и женщина заплакала. Подбежав от меня к девочке, она сказала, что да, я твоя бабушка. Много-много лет назад я случайно попала в эту страну, и никто не мог мне помочь вернуться домой. И от этого ледяного холода мое сердце заморозилось, и я осталась здесь надолго-долго. Девочка так обрадовалась, она ведь столько лет не видела свою бабушку. Она за нее очень скучала, но она не понимала, куда же она делала. Продолжай. Спросила бабушка, что это за существо? Это эльф. А почему он здесь? Он сказал, что девочка ответила, девочка, он должен наблюдать тебя. Вот так вот я сюда попала на постель. Ладно, ну что, как вам теперь выбираться? Девочка сказала, я думаю, нам нужно собрать квадратную форму. Зачем ты просила бабушку? Я думаю, что квадратная форма будет похожа на чертание пыли. Собственно говоря, из чего мы сможем принести? Это же волшебная страна. Ну давай. Они взяли осколки золотого. И получается вот так вложили вот крышку. И перед ним появилась книга. Они сами учили, как это разморозить и закрыть этот город навсегда. Навсегда. Девочка сделала все, что было проверено, и они вместе с бабушкой вернулись в свой дом, где были вместе с девочкой и ее родители.
а Эльф отправился в свою страну. И ему были очень рады, и когда ему хотели прийти, он постановил, сказал, что меня нужно Лилу, мне сказали, прекрасно Лилу, сказали все. И очень лёг свой украденный, что мы за Лилу. Вот и сказочка, конец. Молодец. Все, всем спать. Пока-пока. Всем пока-пока.